1, 2, 3, 4, 5. 1000 рублей, один конверт от Сбербанка. Я сейчас иду прятать деньги, а вы пока смотрите нашу заставку, и мы начинаем бардачок. Бардачок – шоу, которое обогатит каждого. Перед участником 40 автомашин от US Auto. В бардачок одной из них мы прячем 1000 рублей от Сбербанка. Даем участнику 5 попыток открыть любой бардачок, а сами наблюдаем, кому из них улыбнется удача. Все ясно, заводи. Тесты на интуицию начинаются прямо сейчас. У нас новый гость Алена. Доброе утро. Доброе утро. Алена, как с интуицией дело? Ну, не очень, честно говоря. Это хорошо. Это радует меня, я радует спонсоров и телезрителей. Есть 5 попыток, есть 30 машин. Действуй, выбирай, и 1000 рублей от Сбербанка будет твоя. Отлично. И параллельно рассказывай, чем занимаешься. Я знаю, что ты увлекаешься благими делами, благотворительностью, вегетарианством, йога. И еще ты знаешь, как пишется слово «здравствуйте», да? Ты же написала «здравствуйте, хочу участвовать в бардачке». Сейчас немножко поменялась у меня ситуация в рабочей деятельности. Да. Немножко переросла я свою организацию благотворительности. И сейчас занимаюсь кое-чем другим. Мне нравится продвигать известные их личности в Инстаграм. В сканер я не лезу. Ну, Фаниш, отойди в сторонку. Спасибо, отойду. В общем, мне хочется пойти вот туда в угол. Пожалуйста. Сразу говорю. Это привычка с детства? Типа, когда, знаешь, нет, это не та привычка. Я просто люблю большие машины. Вот большие машины, черные. Вот. Нет. Нет, нет, черные джипы, это прям мое. Ну вот мы пришли к большому черному, Toyota, да, кстати. Хочу вот эту. Открываем ее? Да. Попытка первая, сейчас узнаем, есть ли в том, что есть у мужа, 1000 рублей. Попытка номер один. Так, сразу можно сесть. И... нажать на кнопочку. Ничего нет. Нет, да? Конверта, да? От Сбербанка. Нет. Ну ничего, это первая попытка. Мы идем дальше? Да. Либо ты такая, ребята, я поняла, не мой день, и ушла. Здесь у нее трещина какая-то. Это так задумано, но поэтому она и стоит всего 7 тысяч долларов. А, хорошо. Я шучу. 7. Я взяла с трещиной. Слушай, ты знаешь, за 7 бы и без колес ее взяли. Да. И без водителя, и без руля. Нет, с рулем. С рулем? Да. Так, ладно, ты продвигаешь людей в Инстаграм. Да. Если кто-то хочет тебе, ну, воспользоваться твоими услугами, куда ему писать, что делать? Он мне пишет в директ. Типа, алло, привет, да, у нас... Да, да, и мы уже там договариваемся. Просто люди разные бывают, и все зависит от того, что именно человек хочет. Ты хочешь 1000 рублей. А я хочу 1000 рублей, да. Действуй. Это Prius, да? Вот в я хочу, кстати, такую машину себе. Я хочу в Toyota Prius, да? Да. Попытка номер два. Ну давай, Prius. Я заодно примерюсь, потому что мне нравится эта машина. Здесь открывать? Или это не то? Нету. Хотя здесь 2 бардачка. Хотя бы в один можно было бы положить. 2. Смотри, мы туда благодарность, если ты купишь и оформишь. Кстати, ты сегодня же можешь оформить и на ней же уехать. Прям за один день. Оформление у ребят вообще 2 часа, это правда. Правда? Да. Приходите, пожалуйста, если есть возможность и хотите вот машину. Это, слушай, кстати, для легких людей на подъем, знаешь, вот сегодня проснулась, а я хочу машину, и приехала, сразу, да? Оформили. Блин, ты говоришь, я хочу 1000, напишу, для меня. Напишу Мазуру, вот и пришла. Дальше. Кстати, у меня сын тащится по Тесле. Но... И он мне просто не простит, если я в ней не посижу и не выберу, и не обращу на нее внимания. Простишь ему, если там нет 1000? Прощу, да, если это будет 3-я попытка, я пожертвую 1 попыткой. Отлично. Тесла.
боже, какая красота! Хорошо, что я, кстати, и пришла. Человек впервые увидел лампочки горящие. А как тут бардачок открыть? Нажать? Да. Нету тут никто. Но зато сын довольный. Да, он будет довольный. Мама посидела в тесте. Да, да, да. Я скажу, что я тут побывала. Выходим или там будешь сидеть? Можно я отсюда буду вещать, пожалуйста? Давай. Пусто. Пусто, к сожалению. Давай, погнали. Четвертое и пятое. Последние две. Чуть-чуть быстрее, наберем обороты. Все. Да? Да. Попытка четвертая. Лекс. Я прослушала. Все правильно, все правильно. Так. Нажимаем кнопочку. Нет никто. Нету никого. Ты можешь сама положить 1000 и сама себе сделать подарок. Типа, ура, я нашла. Хотя бы для Инстаграм. Была у Мазера, нашла деньги. Свои. Свои, да. Где я когда-то оставила. Давай, смотри. Выбирай. Туда-туда идти. И последняя попытка осталась. Ален, я тебе предлагаю тут остановись. И почувствуй, тебе куда идти. Туда или назад. Знаешь, что я чувствую? Давай. Я хочу водички. Никто не оценил шутку. Мне понравилось, что? Прикольная шутка. Давай еще раз перепишем. Что? Скажи, я хочу водички. Я хочу водички. Вот это шутка. Так, ладно. Ну, давайте попробую красненькую. Тойоту? Да. Под цвет губ? Да. Попытка пятая. Сейчас мы узнаем, заберет ли Алена 1000, либо вот так уйдет со съемок. Каждый хочет себе машину. Любой автомобиль с этой стоянки, со стоянки US Auto, может быть твоим. Возьми машину своей мечты в автокредит от Сбербанка. Без путевых листов. Вы собственник с первого дня. Нет ограничений на выезд за пределы Приднестровья. Учитывается доход семьи. Оформляй на месте и владей сегодня. Последняя попытка. О, тут даже маска есть. Конечно. Никто. Никто? Ничего не положил. У меня упал микрофон. Итак, к сожалению, нет. К сожалению, нет. Ты знаешь, что ты сделала вначале? Ты правильно сказала, я хочу идти в угол к чему-то большому. Да? И я тебе тоже потом даже поворачивал, говорю, смотри туда, и типа аргументировал тем, что как будто это для камеры. Но на самом деле я хотел, чтобы ты поняла, где это, и ты вначале была... На верном пути. Правда? Это вот той большой белой рядом с Тойотой. Ты была очень-очень рядом. Большой белой? Да. Вот он. Конверт от Сбербанка и от US Auto. Он мог быть твоим, но в любом случае тебе большое спасибо, что была. Мы всем вам рекомендуем воспользоваться услугами, помощью Алены, если вам нужно продвинуться в Инстаграме. А мы продвигаемся по денежной лестнице. Сбербанк, Артем Мазур, US Auto. Спасибо. Пока.